Рюмочка горячительного, которая могла стоить жизни. На этой неделе прокурором Фрунзенского района города Иваново утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье 238 УК РФ «Хранение продукции, не соответствующей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Год назад надзорный орган провел проверку исполнения законодательства об обороте алкогольной продукции в павильоне «Соки воды» на улице Богдана Хмельницкого. Удалось установить, что торговля алкогольной продукцией осуществляется без соответствующих разрешений и необходимых документов. 171 бутылку, в том числе элитного спиртного, прокуроры изъяли. И, как показала экспертиза, не зря. В ряде из изъятых образцов содержатся такие вещества, как этиловый эфир, аммиак, ацетон. Концентрация сивушных масел превышала более чем в 15 раз допустимые дозы. Концентрация этилового эфира более чем в 14 раз. Ну, кто, может быть, не совсем ориентируется в этих терминах, хочу сразу сказать, то, что 50 миллиграмм такого вещества могут повлечь за собой смерть.